Глава вторая. Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу. Только что открылись для тебя еще неизведанные радости. Иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши, непременно цветные, и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу, в один день, как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами. Как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандаши, бумаги и немедленно приняться за цифры. Но сегодня царский день, все заперто. Соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра. Или хоть до вечера. Уж очень не хотелось мне идти в город. Но ты замотал головою. «Нет-нет, не царский», — закричал ты слишком тонким голоском, поднимая брови. «Вовсе не царский, я знаю». «Да уверяю тебя, царский», — сказал я. «А я знаю, что не царский. Ну, пожалуйста». «Если ты будешь приставать», — сказал я строго и твердо, — то, что говорят в таких случаях все дяди. «Если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего». Ты задумался. «Ну что ж делать?» — сказал ты со вздохом. «Ну, царский так царский. Ну, а цифры? Ведь можно же?» — сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно. «Ведь можно же в царский день показывать цифры?» «Нет, нельзя», – поспешно сказала бабушка. «Придет полицейский и арестует. И не приставай к дяде». «Ну, это-то уж лишнее», – ответил я бабушке. «А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером покажу». «Нет, ты сейчас покажи». «Сейчас не хочу. Сказал завтра». «Ну вот», – протянул ты. «Теперь говоришь завтра. А потом скажешь еще завтра. Нет, покажи сейчас». Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех. Лишаю тебя счастья, радости. Но тут пришло в голову мудрое правило. Вредно, не полагается баловать детей. И я твердо отрезал. Завтра. Раз сказано завтра, значит, так и надо сделать. «Ну хорошо же, дядька», – пригрозил ты дерзко и весело. «Помни ты это себе». И стал поспешно одеваться. И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой «Отче наш, иже еси на небеси» и проглотил чашку молока, вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики. И весь день нельзя было унять тебя. И обедал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами. «Покажешь?» – спрашивал ты иногда. «Непременно покажешь?» «Завтра непременно покажу», – отвечал я. «Ах, как хорошо!» — вскрикивал ты. — Дай Бог поскорее, поскорее завтра. Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот когда мы, бабушка, мама и я, сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению.